Прежде чем приступить к рабочей части аппаратного совещания, глава муниципалитета Зайнуддин Акмазов предоставил слово дежурному по городу доложить о происшествиях на территории города за прошедшую неделю, исходя из которых было отмечено, что случаев длительного отключения электро-, газа- и водоснабжения не наблюдалось. Работа коммунального блока велась в штатном режиме. Также была предоставлена информация о возгорании на территории рынка Заречный торговых контейнеров. По данному факту глава города дал ряд поручений. Вот пожарные провели рейд совместно со всеми органами, организациями. Ему должно быть каждому предпринимателю это или управляющей компании предписание дано. Вот таких нарушений. Не исполнил. Пожар случился, значит сам виноват. Давайте на месте еще раз рейд туда, именно вот на этот участок, где был пожар. Совместно со всеми организациями. И конец положить вот эти вот пристройки или налистов. Докладывая о проделанной работе за неделю, заместитель начальника управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Вахерсулта Джангулов рассказал, что сотрудниками МЧС было зафиксировано 5 случаев возгорания, 2 факта отравления угарным газом и 4 выезда на вскрытие дверей. Что касается пожара на рынке по улице Набережная, Джангулов отметил, что уже начата работа по выяснению причины возгорания. Подробная информация о возникновении пожара будет установлена после полной экспертизы. По ее результатам будет дано заключение. Мы проводили рейды, предписания даем, но у нас, кроме как профилактических мер, принудительного характера, мы не имеем права воздействия оказывать. Но мы, конечно, и пишем, и докладываем. Обычно такие точки раньше, значит, ОНД представляла информацию и через суд приостанавливали деятельность. Обращаясь к ответственным по контролю за торговой деятельностью в черте города, Зайнуддин Акмазов отметил о необходимости уже заранее начать работу по устранению нарушения порядка в плане организации уличной торговли и усилить работу специалистами отдела торговли по выявлению и постановке на налоговый учет незарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По завершению всех выступлений руководителям были даны соответствующие поручения и поставлены сроки их выполнения. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».